Переполненные баки и разлетающиеся по улице мусор. Такую картину еще неделю назад наблюдали жители поселка Управленческий. Проблемы были и на мехзаводе. Все эти контейнерные площадки обслуживает предприятие «Рассвет». Объем работ на себя взяли большой, больше 100 объектов. Но техники, чтобы убирать все вовремя, стало не хватать. Поломки техники. Спецтехника ломалась и не вовремя возилась. Это было. Мы давали помощь своих людей, помогали убирать, чтобы убрать этот прорыв. Вот. Ну, сейчас образовалось все. Сейчас мусор вывозят своевременно, но если жалобы от жителей поступят снова, управляющая компания готова пересмотреть условия договора с перевозчиком. Если будут какие-то претензии к этому предприятию, то мы будем вынуждены решать этот вопрос вплоть до того, что будем выходить с предложениями по смене подрядчика. Но однозначно терпеть вот такие ситуации, связанные с то, что произошло, мы, конечно, не будем. Согласно постановлению главы города, перевозчик должен не только вовремя вывозить мусор, но и убирать территорию вокруг самой площадки. Специалисты управляющей компании будут тщательно контролировать ситуацию в районе. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.